Проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Докладывает Сергей Анатольевич Пузыревский, официальный представитель правительства, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые депутаты Государственной Думы, вашему вниманию предлагается проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Необходимость разработки проекта федерального закона обусловлена тем, что действующая редакция статьи 14.32 Кодекса об административных правонарушениях, а я напомню, что она предусматривает административную ответственность за антиконкурентные соглашения, не устанавливает дифференциацию этой ответственности в зависимости от степени общественной опасности этих антиконкурентных соглашений. И в результате самые опасные антиконкурентные соглашения картели несут такую же ответственность, как и согласованные, например, действия, которые с точки зрения общественной опасности таковыми не являются. Отсутствие дифференциации административной ответственности за антиконкурентные соглашения приводит к тому, что на фоне общего сокращения количества антимонопольных правонарушений примерно на 10% за последние два года количество антиконкурентных соглашений картелей увеличилось практически на 30%. Исходя из этой статистики, Федеральная антимонопольная служба предложила правительство внесло в Государственную Думу законопроект, который дифференцирует административную ответственность за антиконкурентные соглашения следующим образом. Усиливается административная ответственность за картели и сговоры на торгах. Такая ответственность устанавливается в размере от 3 до 15% годовой выручки правонарушителя, либо от 10 до 50% от начальной максимальной цены торгов, если речь идет о сговорах на торгах. В то же время ответственность за другие менее опасные соглашения она снижается. В частности, ответственность за вертикальные соглашения, ответственность между продавцом и покупателем, она устанавливается от 1 до 5% выручки на соответствующем товарном рынке, а за согласованные действия от 1 до 3% годовой выручки правонарушителя. Ответственность за координацию экономической деятельности законопроектом сохраняется в действующей редакции, она составляет от 1 до 5 миллионов рублей. Дифференциация административной ответственности за антиконкурентные соглашения соответствует их общественной опасности и будет способствовать повышению эффективности пресечения этих антимонопольных правонарушений. Просим поддержать законопроект. Спасибо. Коллеги, ставлю законопроект на голосование. Включите режим голосования. Покажите результат. Принимается в первом чтении.